Магнолия в тропической лазури, вы любите меня. «Танго-магнолия» в исполнении 9-летнего Ярослава Залесского. Произведения Вертинского входят в список лучших по версии юного музыканта. Именно с них во многом и началась его карьера. Современные песни мне никогда не нравились, только старые. И тогда я захотел петь. Но вначале я пародировалась. Лещенко, Леонтьев, Пугачева. В его репертуаре весь свет советской эстрады. Музыкой он занимается профессионально. Уже 2 года мальчик в коллективе «Поющие ангелы». Не так давно педагоги раскрыли еще один талант ребенка. Ярослав сам пишет песни. Среди них есть и хит о родном городе. Мой город, он сияет, как звезда. Это четко куплет, припев, ну какие-то еще могут быть формы, а вступление, парару, рам-пам, пам-пам-бара, это и не куплет, и не припев. И вот что меня удивило при встрече с Ярославом, именно то, что он пишет песни. Это совершенно неожиданно получилось. Неожиданное увлечение превратилось в серьезное творчество. Уже в этом году коллектив «Поющие ангелы» исполнит песню Ярослава на одном из крупнейших фестивалей региона «Обильный край благословенный». Я сам решила начать писать песни. А вот как мне это в голову, вот я даже сам не понимаю, как я начала это делать. И мне просто началась нравиться музыка, и вместе с тем пришла любовь к поэзии. Юный музыкант не планирует останавливаться на достигнутом. И чтобы расширить диапазон своего творчества, начал осваивать еще один музыкальный инструмент. Дополнением привычному синтезатору стала виолончель. Алина Волохова, Мария Ивченко, Николай Баранников. Новости дня.